вот эта дорога, по которой от культурно-досугового центра туда к озеру, вот как раз после дождя хорошо видно. Я несколько раз уже посылал эти фотографии на руководство Балашихи, но воз и поныне там. Там, после дождя, вместо тротуара получается река. Пешеходные переходы через дорогу входят тоже в эту лужу. То есть никак не пройти, не обойти. Надо обязательно идти по газону. Обещали детский сад дополнительно. Вроде и деньги выделяли. Но тишина на этом. Пока никаких подвижек нету. В прошлом году сделали, тоже могу сказать, пионерскую. Значит, дворовые территории заасфальтировали. Это одно. Теперь главный въезд в городок сделали, центральную дорогу, асфальт перекрыли полностью. Вот. И, как я уже сказал, тротуары, по которым можно ходить. Строят здесь у нас, как вы говорите, только магазины.